Всем привет! Сегодня я покажу вам, как нарисовать такого милого медведя моим набором кистей Time of Magic. У меня холст размером 4000 на 4000 пикселей, 300 dpi. Будем рисовать очень простого медведя из двух овалов. Раз овал, два овала. И это что-то в виде ушей. Делаем побольше прозрачности. И чуть-чуть я уменьшу его. Этой же кистью я рисую дальше. Это будет мордочка, глазки, щеки, ушки какие-то такие. Так, само тельце. Тельце я хочу сделать вместе с ножками сразу вот так. Сейчас просто еще пока рисуем скетч. Так, лапочки. И мне бы хотелось сделать ему такой шарфик. Так, давайте, наверное. Так, если будет так вот шарфик. Какой-то такой, то капельку я предлагаю лапки вниз убрать. Давайте мы его так немного опустить. Как бы от шарфика. Как-то вот так. Можно еще какой-то пузико сделать. Посмотрим, как оно будет. Такой медведь. Удаляем этот нижний слой. Этот слой мы ставим попрозрачнее и умножение режим. Так, чуть-чуть я его делаю середине поставить. Угу. Создаем слой под слой медведя. Сразу можно их создать два, и в группу я обычно всегда так делаю. Итак, теперь нижний слой оставим пока, вдруг нам захочется сделать фон. Сделаем на вот этом слое. Получается тело. Какой-то обычный светло-бежевый цвет можно взять. Так, кисть я беру теперь филлер, наполняющая кисть. Возьмем вот эту. И теперь полностью все тело я буду закрашивать. Я вам ускорю процесс этот. Так, ну вот. Само тело медведя готово.
Так, тело медведя готово. Создаем следующий слой. Будем делать ему шарфик. Допустим, какой-то пожелтее, можно посветлее цвет какой-то взять. Этой же кистью. Вот этими кистями сразу появляется текстура. Так, шарфик мы сделали. Теперь сделаем мордочку и пузико. Возвращаемся к нашему медведю. Так, делаем выше слой. Обтравочная маска. Я сразу продублирую этот слой, так удобнее, чтобы каждый раз обтравочную не делать. То есть она сразу дублируется такой, как нужно. Берем цвет, который у нас медведя, и более светлый выбираем. Так, давайте возьмем какую-нибудь другую кисть для наглядности. Допустим, вот эту Magic Filler. Она тоже заполняющая, но у нее больше здесь текстура идет. Так, чуть поменьше сейчас ее сделаю. Размера. Так, можно ушки тоже сразу. Хочется еще уменьшить. Так. Так. Давайте сразу сделаем еще один слой. Сделаем глазки у медведя и нос. Какой-то вот потемнее коричневый цвет. Так, я беру кисточку вот эту более плотную, скетчевую. Можно на этом же слое сделать щечки. Щечки будем делать цвет шарфика и вот более текстурной кистью. Такие щечки. Видите, вот такой медведь у нас уже получился. Немножечко у меня вот это ухо большое. Сейчас будем исправлять. Так, берем ту же кисть, которую мы рисовали. Так, я предлагаю нанести небольшие тени на самого медведя. Создаем новый слой, умножение, цвет выбираем вот медведя самого. Давайте попробуем какой-нибудь текстурной кистью. Давайте вот этой попробуем кистью. Чуть ее уменьшу.
просто немножечко наносим в тех местах, в которых вам хочется. Где-то вот под шарфиком, допустим, немножечко тенюшка. Уменьшаем прозрачность. Хочется здесь еще сделать более текстуру, показать. Я добавляю еще один слой. Умножение. Давайте выберем моя любимая текстура. Просто сверху вот так наносим. В каких-то местах можно сразу делать так потемнее. И я уменьшаю прозрачность. Где-то вот 34. Стою еще один слой. Делаю экран. Этой же текстурой, этим же цветом. Чуть-чуть сделаю светлые участки нашего медведя. Можно прям по пузику вот так. Вот капельку буквально кое-где. И также уменьшу прозрачность. Чуть-чуть вот свет, тень добавили. Так, и добавим еще. Я обычно скетч не оставляю сверху. И мне хочется всегда отделить конечности, ушки, там. Вот этот слой, который у нас был, самый верхний, делаем умножение. Цвет медведя также оставляем. И возьмем, давайте, какую-нибудь скетчевую кисть. Допустим, давайте попробуем вот эту. Чтобы нам разные попробовать кисть. Она такая текстурная, мягкая. Немножко я вот здесь еще сделаю пузиком. Пупочек можно сделать такой. Само тело у нас, можно сказать, готово. Чуть-чуть здесь уберу. Так, давайте приступим к шарфику. Добавляю новый слой над шарфом. Обтравочная маска, сразу дублирую ее. Давайте сделаем какой-нибудь рисунок кистями-паттернами. Можно выбрать, допустим, звездочки. Так, цвет. Давайте возьмем носика, попробуем. Посмотрим, если что, цвет поменяем. Вот здесь внизу я сотру, которая попала на вот эти штучки. Если вам нужно увеличить размер звездочек или уменьшить, вы заходите в саму кисть, зерно и регулируете масштаб. Увеличиваете, уменьшаете. Нажимаете готово, у вас будет либо больше звездочки, либо меньше. Ну и давайте еще тень наложим. Так, умножение. И сразу два сделаю слоя. Цвет вот возьмем шарфика самого.
Давайте эту же кисть возьмем, которую мы делали медведя. Немножечко сделаем объем. Уменьшим прозрачность. И на том вот пустом слое, который с умножением у нас был, я возьму вот эту текстурную кисть и сделаю ей такой небольшой еще тень. Уменьшаем. Давайте добавим еще один слой. Обтравочная маска, умножение. Более плотной кистью. И хочу выделить вот эти веревочки побольше. Ну, давайте сделаем еще фон. Идем на слой, вот, который самый нижний был. Давайте сделаем фон, вот примерно цвет, как пузико было. Посмотрим. Можно еще чуть светлее сделать его вот таким. Добавляем еще один слой. Умножение. Давайте возьмем текстурную кисть. Цвет. Уменьшить прозрачность. Я добавляю еще один слой. Беру вот кисть, скетчиваю. Так, нужно сделать умножение, иначе плохо видно. Полосочки такие вот. Чуть-чуть уменьшить. Делаю экран. Режим наложения. Давайте еще сделаем одну общую текстуру. Вот слой, который с фоном был у нас. Над ним делаем слой дополнительный, умножение. Этот цвет пускай будет коричневый какой-то, как медведь. И, допустим, какую-то легкую текстуру выберем. Так, давайте вот эту, допустим. Просто наносим. И уменьшим цвет, прозрачность. Чтобы смотрелось лучше, этой же кистью мы сделаем еще один слой. Режим наложения экран. Давайте сделаем цвет посветлее, просто светлый возьмите какой-нибудь. И кое-где так вот добавили текстуру и уменьшить чуть-чуть прозрачность. Ну, такой медведь у нас получился. Всем спасибо за просмотр этого видео. Ссылочку на мои кисти я оставлю внизу под видео.